Ирга в последнее время у ландшафтных дизайнов очень со спросом. Ягоды этого дерева очень полезны, оно еще очень декоративное, начиная с весны и до поздней осени. Для этого отстригу всю поросль. Я веточки постригла, завязала джутовой веревочкой. Верх тоже я весь обстригла, и теперь она будет наращивать массу. У меня тут и будет такой шарик на штамбе. А низ сейчас я задекорирую нетканным полотном. Наступит холода, и листва из зеленой превратится сначала в алую, потом пурпурно-красную. Цвет будет, она будет красавица необыкновенная. Вот такое вот дерево еще. Ирга, кустик разросся в разные стороны, попытаюсь из него что-нибудь сделать. Ну вот, второе деревце ирги я привела более-менее в порядок. Низ я задекорирую черным нетканым полотном, оно мне на даче привезу и задекорирую. Вот так вот. И вверх я обкарнала весь, сколько возможно. Теперь она будет набирать тут массу, и будет у меня тут шарик. Даже когда плоды, которые очень любят птицы, легко накрыть это дерево сеточкой и удобно сохранить плоды. Так что вот, если вам понравилось, берите на вооружение. Недорогое дерево, ирга, во всех смыслах полезное и красивое, пластичное в декорировании, в стрижке. Так что вот, а меня поддержите лайком, мне будет очень приятно.